Ребята, всем доброе утро. Кажется, что ночь, но нет, честное слово, это утро. Просто 9 утра, почти 9 утра в декабре бывает немножко депрессивными в плане погоды. Я решила в таком необычном месте начать влогмас, шестой из наших влогмасов, потому что у меня эти дни, вот, которые я не снимала, они были достаточно тяжеловатыми морально, и, в общем, мы такие все уставшие, такие измотанные. Женя сегодня выходной. У него там серия выходных хороших, и поэтому меня отпустили немножко просто отдохнуть в город, просто почитать в кафешке, что-нибудь приятненькое купить себе там и детям моим. Вот, поэтому я вышла. Сейчас жду папу. Папа появится во влогмасах. Он, кстати, в 18-м году был во влогмасах, и в прошлом году, неделя чтения, по-моему, зимой. Вот, так что папа у нас частый гость, регулярный в зимних видео, поэтому вот сейчас мы встретимся с ними, ты должна отдать документы на работу, он везет. Вот, а потом с вами поедем. Я взяла с собой книжечку, смотрите, какая у меня красота здесь. Это Ноузбай покупала, шопер с игрой в кальмара. Вот, так что я сейчас жду, у нас холодно, я не зря взяла с собой шапку, думала, не понадобится. Нет, нужна, сейчас напялю. Вот, первым делом мы с вами пойдем на почту, заберем посылочку с Алиэкспресс. Ура, там закладки, скорее всего, или стикеры. Я вот, кстати, не знаю, не проверяла. А потом поедем в город куда-нибудь погулять, посидеть в кофейне, попить книжечку. Книжечку уже тоже покажу потом, какую я выбрала. И это выбор, кстати, я купила книгу новую по советам из комментариев, потому что там мне написали, что эта книжка классная, зимняя, мне должна понравиться. Я нашла ее, тут же заказала, она была в наличии. Так что спасибо вам, у нас будет сегодня зимнее чтение. Вот, когда холодно, пошла одевать шапку, надевать. Ах. И ждать папу, он должен уже с минуты на минуту подъехать. Насчет погоды, абсолютно не зимняя погода, хоть и минус, минус 2, минус 3 пока. Снега не намечается в ближайшие несколько дней, так что просто мороз. Рановато вышла, успела за кофе быстренько сбегать, пока жду папу, но он уже вот почти-почти подъезжает. Если повезет, я сегодня успею вам на рассвете снять с моей любимой эти трубы, с ТЭЦ. Вот уже там начинается рассвет, сейчас папе отдам и пойду туда, там все равно находится почта, куда мы с вами пойдем. И заодно и ТЭЦ посмотрим, с вами не так нравятся эти трубы. Какие они красивые на закате. Хочу на рассвете на них посмотреть. Я могу быть не в фокусе иногда, прошу прощения, потому что в темноте камера еще пока немножко, я не разобралась, как с ней обращаться, чтобы она хорошо меня видела и фокусировалась. Ой, хорошо, уже светлеет немножечко. Из кофе, кстати, я еще его не пила, просто держу в руках, уже хорошо и тепло как-то. Нормально, погода классная, только солнышко вроде сегодня не будет. Здравствуйте! Я на секундочку к вам, можно к вам присесть? Добро пожаловать. Дело в том, что у нас постоянно зимой должен появляться папа во влогах, потому что если папы нет во влогах, значит, это плохие влоги. Вот поэтому я хочу, чтобы папа появился. Поэтому я села в машину. Хотя бы ходить. Давайте сейчас документики отдам. Хоть солнца и нету, посмотрите, как это все равно красиво. Те еще не так. Вот эти, это просто волшебство какое-то. Обожаю. Я очень городской человек, всякие такие индустриальные штучки, для меня это тоже рай. Какая красота. Решила я получить без паспорта, потому что у меня папа его забрал. Трактор. Естественно, мне без паспорта никто ничего не отдал. Так что на почту сгоняла зря. Но зато есть плюс. Я переждала, наверное, самый-самый час пик. Может быть, сейчас в автобусах будет попроще. Попыталась я вызвать такси, увидела цену и думаю, ладно, автобусы — это очень даже неплохо. Так что поехали с вами в город. Кстати, пока жду, давайте все-таки покажу книжку. Это «Год и один день». Здесь рассказывается о судьбах трех девушек, которые по той или иной причине, каждая по-разному, отправляются в
по-моему, вот на рождественское время в Прагу. Я Прагой не то чтобы когда-то интересовалась, но рождественское, мне кажется, ну, это действительно один из самых таких волшебных городов. Кстати, он украшен, какая там красота, вот. И здесь истории, почему эти героини приехали в Прагу, не все милые. Некоторые очень грустные, но я надеюсь, все равно будет очень волшебное настроение. Вот разные героини можете здесь почитать, если вам интересно. Ну, а я буду по ходу уже рассказывать. Снимаю вам немножко на таком симпатичном фоне. В общем, симпатичный фон спрятался. Прочитала я немножечко, пока ехала. У меня нос красный, это я пока снимала вставочки, уже замерзла. В общем, почитала я немножко. Говорится здесь о наших трех героинях. Об одной героине рассказывается то, что она отправляется в Прагу со своим другом лучшим. Но он к ней чувствует влюбленность, а для нее он просто друг. Вторая история рассказывает о женщине, у которой какие-то проблемы с дочерью, но она, у нее, по-моему, новый роман, что-то произошло в прошлом такое не очень приятное, она решает, что все, вот надо отправиться, точнее, не она решает, а ее вот мужчина новый решает отправиться в Прагу, говорит, что ей нужно развеяться, и она соглашается. И третья история девушки, которая отправляется в Прагу по традиции на Рождество со своим женихом уже. Пойдемте с вами, я кофейню думала другую найти, но как-то так холодно, что я, наверное, уже не хочу никуда идти, а хочу просто сесть в кафешку и почитать. Не буду уже спускаться там ниже, найдем здесь кофейню. В общем, посидела я немножко. У меня лучшая закладка здесь вот. Салфетка. Машины поехали сейчас. В общем, почитала я совсем немножко, но зато отдохнула. Мне вот это необходимо было. 34 странички. Не буду, чтобы не вывалилась моя чудесная закладка. Вот, сейчас. Это, кстати, долго посидела, достаточно хорошо. Пойду сейчас зайду в магазин. Куплю что-нибудь, Яромиру обязательно что-нибудь, и уже потихоньку буду выдвигаться домой, потому что уже сколько? 10:35, ничего себе! Сейчас такси не будет стоить бешеные деньги, вот. То, что мне нужно было. Пришла немножко в себя, наверное, выгляжу немножко лучше, на улице, кстати, теплее стало.
Рамир в последнее время обожает все про планеты. Купил ему наклейки с планетами. И набор. Покажи зрителям, как самолет летает. Как по небу летает самолет? Вот так вот, зайчик мой любимый. Сделали эту штуку. О. Без каких-то болтов. А это что такое у тебя, сынок? Да. Это снегоход, а это? Ну, на все. Скажи, не нравится? Буду вот так. Классно. И все. А всего больше ничего нету. Скажи, детские слишком задания, да? Давай еще один заплыв. Надо раскидать, чтобы что помыть. А подожди, не скажи, а ну. Я заранее знаю, что это такое. И легко, скажи, здесь собрано. И куда уточка улетела? О, ванную. Ванную. Я сказала Евгену показаться, пока там... Так, где ребенок? У ребенка игра. Как дела? Отлично. Как вы посидели? Я посидел. Слушай, сейчас ходишь за этим, за моими закладками или стикерами, не знаю, что это. Жене отдают без моего паспорта, просто по его паспорту. Open dance. С Аликом мне не отдали сегодня. Недавно нам пришла посылка от Маши. Маша, если ты смотришь это видео, просто ты сделала меня очень счастливой. И я до сих пор не зажгла эту свечку из посылки. Вы просто увидите сейчас ее и поймете. Нет, я только в Инстаграме, я на видео ж не снимала. Посмотрите. Во-первых, это так красиво, что просто не передать словами. А во-вторых, это запах лучший в моей жизни запах вообще. И мне так ее жалко зажигать. Она такая красивая. Но я так боюсь, что запах скоро испарится. А я даже ее зажечь не успею. Кстати, нужно, как думаешь, вынимать вот эти штучки? Или думаю, нет. Зажигать вместе с этим, да? Она типа будет прям вариться в этом. В запахе? Как называется? Фосфор. Класс. А, нет, в воске. В воске, да. У Яромира теперь самая красивая комната в квартире, потому что у него вот такое окошко. На камеру, кстати, почему-то так не видно. Оно поярче, на самом деле, светится. Прямо, как видите, на ободочке, оно так и по всему окну видно. Количество страниц читала я сейчас немножечко еще. Сегодня вообще не самый продуктивный день, потому что я только на 74-й страничке. Вообще очень мало читаю. Но по времени почему-то вообще времени сегодня пока нету.
так что буду вечером прям наверстывать упущенное, но я могу уверенно уже сказать, если дальше не будет никаких косяков, что это просто лучшая атмосферная самая книга вообще из всех, которые я читала. Именно рождественская. Я в таком восторге. Я еще, кстати, медленно читаю, потому что смотрю некоторые места Праги, которые упоминаются. И знаете, здесь столько описаний достопримечательностей, и это все разворачивается на фоне Рождества. И именно эту рождественскую атмосферу среди достопримечательностей, среди кафешек, среди вот этой возле реки в Праге, это так прекрасно автор описывает, что ты сам находишься в Праге. Вот я просто в полнейшем восторге, никогда не хотела в Прагу особо, вообще она меня не привлекала. Но я, кстати, Рождество встречала и Новый год несколько раз в Лионе. Но вот эта атмосфера таких старых достаточно городов, она в Европе, она часто похожа. Мне это так напомнило, еще ностальгию какую-то вызвало. Как они там пили глинтвейн, как они с высоты после подъема на какую-то церковь, на башню, смотрели на город, на эти крыши заснеженные, ярмарка рождественская, елка с огоньками, вот этот отель, в который вот все три героини возвращаются, они поселились в одном отеле. Их истории, и чем эта история отличается от других похожих, то что здесь романтические линии, они уже определены, как мне кажется, с самого начала, и ты не хочешь ничего, чтобы они встречали кого-то нового, и там душераздирающее что-то. Здесь меня вот эти отношения устраивают, мне наоборот хочется смотреть, как люди работают над отношениями. То есть такая романтичная история пока мне очень нравится, прям не могу. Еще смотрю все фотографии, прям настолько атмосферно, и вот реально впервые захотелось прям поехать в Прагу. Супер просто, атмосфера невероятная. Вот здесь Рождество просто с каждой страницы на тебя набрасывается и говорит, насколько это прекрасно. Так что классно. И вот у одной героини что-то реально сложное происходит, вот та, которая собирается замуж. А вот две остальные истории, наоборот, мне кажется, такими милыми, просто потрясающе. И разница в возрасте у героини классная, поэтому с разных сторон вообще жизнь описывается здесь. В общем, я могу вообще в таком восторге. Не ожидала. Ой, сколько здесь Праги прекрасной. Класс. Рождество. Женя забрал посылочку, которая пришла ко мне с Алиэкспресс. Я сейчас вам ее, давайте, переверну камеру, прям поближе покажу. Вот такая вот посылочка. Это я жду больше всего от закладки, но это пока не они. Я покажу их. Итак, оставлю ссылочку тоже на этот магазин, вообще на все товары в описании. Стикеры, которые я у них уже заказывала раньше, и они обалденного качества, вот такие вот пластиковые они, бумажные, потому что вообще не знаю, для чего они созданы, они вообще не клеятся, не держат. Вот такие, три пачки пластиковых стикеров, вот, потом вот такие, не помню, чем они отличаются, чем-то же должны отличаться, правильно? Ну, в общем, цветом немножко, но я именно пастельные такие тона выбирала. Чтобы не яркие. Вот, так что 6 упаковочек у меня стикеров. А это вот такие фразы из фильмов. Это для скраббукинга больше, такой пальцев в помаде. Я не занимаюсь этим, но я докидывала, чтобы была бесплатная доставка. Вот эти две вещи. Но прикольно тоже. Ну, качество обычное, просто как бумага нарезанная. Только, ну, ее можно отклеить, как стикеры. Вот такие разные цитаты. Именно там есть разные из фильмов, из книг, что-то еще. В общем, я выбрала из фильмов. Это тоже стикеры для скраббукинга, но вот от них я просто в восторге. Тоже были разные книги, и вот здесь вот такая тематика. Смотрите, очень красиво. Вот, тоже стикеры есть на прозрачной бумаге, есть на белой. Вот так свечка выглядит в процессе горения. Она давно уже горит. Запах, ну, пока перестал чувствоваться, но когда, потому что уже привыкли, но это самый лучший вообще запах на свете. Красиво выглядит. Кстати, я сейчас на 86-й страничке, 13-я глава, и сегодня я прям очень хочу прочитать ровно половину книги, а это 175-я, там, кстати, я уже проверила, это была 25-я глава. В общем...
8:30 или 9 часов вечера я сонная, как обычно. Я даже книжку с собой не взяла вообще. О чем вы говорите? Я себя не вижу в кадре, потому что у меня глаза какие-то, как будто бы я сейчас усну, и, знаете, такие заспаны, и не видишь ничего. В общем, книжку я даже не взяла, чтобы показать, сколько я прочитала. Прочитала я там буквально еще совсем чуть-чуть, но сейчас я перестану трогать волосы, как-то я что-то из этого сделала. В общем, как вы поняли, у нас вечер, время сна практически. Я в любом случае до половины дочитаю, потому что я сейчас лягу в кроватку, включу в электронке эту книжку, на моей буке есть. И буду читать в электронке. Завтра поделюсь с вами уже окончательно, сколько прочитала, потому что сегодня, вы понимаете, что я вот еле подключаюсь уже. Как-то когда я лежала, было легче. Встала, начала говорить, и все, как будто бы вырубаюсь. В общем, мой режим дня, вы понимаете. Почитаю сейчас часик, лягу спать. Немножко, конечно же, мы с вами на ночь перекусим. Все, пойду ложиться. Читать, дочитывать до половины книжку, которая мне невероятно нравится. Буду гулять по Праге немножечко, поэтому, наверное, больше, чем на час это все затянется. Но это сплошное прям удовольствие. Так что расскажу вам все завтра. А сегодня спокойной ночи и до завтра.